Женщина вышла на прогулку со своей таксой. Неподалеку от своего дома она заметила маленького котенка, который был полностью испачкан засохшей кровью. Присмотревшись к малышу получше, женщина увидела, что у него нет передней лапки. Котенок испугался пса, поэтому женщина отвела собаку домой и вернулась к нему одна. Женщина увидела душещипательную картину. Брошенный котенок стоял на тропинке и жалобно мяукал, заглядывая с надеждой в глаза всем, кто проходил мимо. Сердце женщины дрогнуло, и она решила помочь котенку, который оказался маленькой девочкой. Забрать к себе домой женщина малышку не могла, чтобы не подвергать опасности инфицирования своих домашних животных. Поэтому она решила отнести ее к соседнему подъезду, где был оборудован кошачий домик, и местные жители подкармливали животных. Вечером женщина в слезах рассказала эту грустную историю своей дочери, и та приняла твердое решение помочь крошке. Девушка с матерью до ночи безуспешно искали котенка. Утром они решили расклеить по району объявление. К вечеру позвонила женщина, которая сообщила, что котенка отнесли в подвал, чтобы он не замерз. Как только котенка нашли, ему соорудили теплый домик с пищей и водой, а девушка начала собирать средства в социальных сетях на лечение малыша. Сразу после того, как нужная сумма была собрана, котенка отвезли к ветеринару на операцию, поскольку у него развилась гангрена. В это время девушка пыталась найти послеоперационный стационар для животных, но в них либо отказывались принимать без прививок, либо были очень высокие цены. Наконец, в последнем круглосуточном госпитале после рассказанной истории о бездомном котенке и мольбы о помощи согласились забрать крошку и осуществлять медицинский уход за ней по доступной цене. В госпитале маленькой кошечке пришлось пробыть почти месяц. Девушка ее навещала и видела, что за ней очень хорошо ухаживают. Она окрепла и стала совершенно здоровой. Однако пришло время решать дальнейшую судьбу животного, и девушка понимала, что очень сложно будет найти заботливого и любящего хозяина для животного-инвалида. В конце концов, девушка осознала, что успела искренне полюбить малышку и не хочет ее никому отдавать. К счастью, ее взрослый кот принял котенка вполне благосклонно, и теперь у малышки появилась семья, где к ней относятся с теплотой и заботой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много и...